Друзья, мои коллеги, если вы хотите заниматься решением проблем и говорите об этом за 10 дней до выборов, то это бесполезная история. Этим нужно заниматься всегда. Дети требуют заботы всегда. Люди в сложной жизненной ситуации всегда. Поэтому уверен абсолютно, что нужно вместе решать проблемы, вместе с нашими жителями. Евгений Иванович, к сожалению, не смогу добыть до конца. Я должен сейчас выехать в Тарасовский район, там пожар. Я должен быть рядом с людьми. Да, там находится группа людей-руководителей. Я должен быть рядом с людьми, им сейчас трудно. Вам желаю успехов. Вам успехов. Ой, Василия Юрьевича, в неловкое положение.